Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Hammer Game, и мы продолжаем прохождение Horizon Zero Dawn. Ну чё, погнали, чё тут? Острее копья, разыщите Раста. Опа. Заодно... Ох, чё это было? Сохранимся по бырику. Так, лекарства нам нужны. Так, веточки всякие. Я тут немного побегал, тут поломал по это самое. Думаю, игра должна работать отлично. Небольшие проблемы со звуком наблюдались у меня тут. Он сказал, мы утром пойдем на охоту. Ну и где он? Настраивал как мог. Ну, в общем, вроде настроил, не судите строго. Если что, обязательно пишите в комментариях, какие проблемы вы услышали в звуке. Ладно, погнали. Мы потеряли Раста. Куда-то он съебался. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А чё, тут и так можно, да? Ух, я бы сейчас улетел. А, вон он, Раст. Он просто стоит на месте. Эй, Раст, братишка. Ты сломался? Элой, ты пришла? Седой такой, старенький. Ты хочешь побыть один? Нет. Оу. Надо поговорить. Ну-ка. Я думал о твоем обучении. Ну-ка. Ты умеешь выживать и охотиться. Ну. Но боюсь, одну вещь я забыл тебе объяснить. Ну. Или еще не поздно. Давай. Ну так какую вещь-то, я блядь? Я всегда готова учиться. Говори быстро. Случилась неприятность. Это шанс преподать тебе новый урок, но он будет опасным. Ты должна подготовиться. Ну-ка. Иначе погибнешь. Спустись в объятия и собери там детали для огненных стрел. Огненные стрелы? А что за неприятность-то случилась? Добудь детали и встретимся там, у северных врат в сердце матери. У северных врат? О-о-о. На краю объятий? Да. А теперь иди. Так, ну окей, давай. Я соберу все, что нужно, но по пути повидаю Карста. Элой, когда он что за Карст? Разговаривает, он нарушает закон. О-о. Ну и хорошо. Мне нужен не тимет, а с изгоями, кроме него, никто не торгует. Тогда закупись припасами. Сегодня ночью они понадобятся. Ага. Ты меня пугаешь. Ладно. До встречи, Уврат. Все, наконец-то попиздили, потрещали. Так. Че, погнали? Оба. Добудь огнежар из бегунов. Добудьте из машин осколки. Вымените у Карста нити мед. Изготовьте огненные стрелы. Ну ладно, че. Базара ноль. Сейчас изготовим. Тут дойдем, до кого первым дойдем, того и оприходуем. Обнаружена новая зона. Костер, кастер. Что ты, блядь? О, все, костер. За всю жизнь я ни разу не покидала пределов этой долины. Но после инициации все изменится. Да. Через два дня я получу ответ. Два дня, и я узнаю, кем она была. И почему я с рождения стала изгоем. Как будто это можно чем-то оправдать. Ну, как бы узнаем. Да, и какого хера действительно с рождения? Это настолько глупо, что пиздос. Но я думаю, вот самый ближний... Здорово, пигмей. Можно было пойти по другой тропе. Беседовать с изгоями — это совершенно против правил. Понятно. Ну и засунь в жопу все правила. Мне нужно торговать. Ой, игруль-то красивая. Слушайте, сколько уже времени прошло, она вот четенькая. На компе она особенно преобразилась. Это камень в огород плейстетиков. Ладно, шучу. Так. Блин, долго бежим. Нам нужен... Можно будет, я думаю, приручить какого-нибудь бегуна и скакать. Более чем уверен.
Dark Soul отдыхает. Так, быстрое сохранение. Так, что за херня? Что у нас за рассинхрон такой? О, кабанчики. Опа, здрасте. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, бля, вот это я нарвался. Сорянтус. Сорянтус. На вот. Колыбель матери. Хорошо. Нормально, нормально. Блин, вот это я выбежал, так сказать. Так. Они меня выслеживают. Стоят, ждут. Давай, блядь. Опа. Опа. Твою мать. Боеприпасы кончились. Опа. Соси жопу. Опа. Фух. Так, надо создать. Так, это у нас что? Огненное. На огненные что-то надо. Ага, нужны эти. Залупа какая-то нужна, короче. И чё, где ты? Смылся, что ли? Они прям меня ждали, вы прикинь. Ой, упал немножко. Воу! Воу! А, как я, блядь... Подожди. Подожди. Стопори коней. Как-то я же... Ага, вот оно как. Сюда иди. Гусь, блядь. Что вот опять? Что случилось? У меня есть конь. Я вот одного убил. Огнежар. Ага, мне нужны огнежары, короче. Вон он, этот петух. Он не мешает. У меня есть чем тебя угостить. Есть еще живые? На у тебя. На у тебя. Ух ты, блин. Давай, блядь. Видал, что могу? Ова! Ова! Ягодичку! Прям по ягодицам. Вот сука. Вот сука. Моё. Бежим, блядь. Бежим. Ай, блядь. Ну ладно. А чё я хочу еще? Я хочу их всех. Занимайтесь своими делами. Так, вон он у него на спине. Хуя. Ай ты ж, сука.
На нахуй. Ебать, блядь. Изи нахуй. Упс. Опа, блядь. Стой, сука. Ой, да пошел. Я ожидал от вас большего. Хо-хо-хо. Бля, еще. Изи, ёпта. Воу! Воу-воу-воу-воу, погоди. Убит. Где ты, убит? Не попал. На тебе, ягодица взорвалась. Фу! Нормально. Хабара-то все больше. Рубле. Блин, две стрелы только. У вас тут жопа взорвалась. Блин, стрелу потерял. Это еще что сейчас было? Куда? Да блин. Я думал попаду. А я не попал. Такие дела. Так, ладно, это, конечно, весело, но мы тут уже дохера, блядь, собрали. Не знаю, что это. У вас есть неиспользуемые модификации для оружия или костюм? Ой, давайте потом. Давайте дойдем до места, где нам что надо, куда нас хотят там зовут. Все, стрелы готовы. Под завязочку. Поговорите с Карстом. Пойдем, Карст. Где ты, Карст? Где мой Карст? Месье Карст. Бля, мне показалось, тут бежит за мной. Вообще? Вообще? Нужно поохотиться вон на того парня. Почему? Объясняю. Хапчик. Железо с железом. Мясо. Мясо тоже важный инструмент. Кабанчик. Завалил кабанчик. Потом, наверное, будем ловушки делать там. Мы же все-таки за охотницу играем, да? Оба. Прыгает она ловко, конечно. Воу-воу-воу, ну не надо, не надо мне тут. А, это опять я, безродная. Можете полюбоваться. О, коротышки. Да. Ну хорошо, хоть изгоем разрешено шароебиться у них по территории. Лично я уверена, а чё это меня так тянет влево? Чё тебя тянет влево? Ч
Что происходит? Вокруг никого. Можно не бояться, что нас увидит. Наверняка так, ну-ка. Он будет меня ждать. А, это следы. Вот он. Что-то у него тревожный вид. А, во. Давай, ну-ка, Карст. Какой дядечка, а? Так, так, так. У меня на пороге изгой. Великая мать, дай мне сил. Боишься, нас кто-то увидит? Ты так озираешься по сторонам, прямо как вор на базаре. Осторожней, шею свернешь. Ты же беду всегда приносишь. Будешь тут озираться. Ладно, давай поторгуемся. Ты говорил, что у тебя есть свободный нитьмёт. Не продал? Да нет. Но я хочу за него окуляр падальщика. Сама знаешь, особое оружие обходится недешево. Не вопрос. Я недавно завалила падальщика. Есть окуляр в лучшем виде. Так уж и в лучшем. Где он? Идеальный, я в него с лука стрелял. Охуенный окуляр. Коробка бесплатная. Подожди, продать, давай. Что ты хотел? Окуляр? Окуляр хотел? Окуляр, говорит? Ну вот, линза рыскаря. Это же он, да? Да? Да по-любому, блядь. А, мне нужно оружие, нитимет, нахуй. Все. Экипировать. Вот здесь. Все, хорошо. Сказку. Высокоточный лук. Праща Карха. Боевой лук. Канатомет. Нихуя себе. Бля, ну канатомет-то, наверное, крут. Ресурсы. Одежда. Подожди, а можно купить одежду, не? А, сундучки можно купить, да? А почему они покупаются? За осколки? Или нет? Или да? Давай попробуем. Коробка с бесплатными образцами. А ну-ка. Так. А я все могу забрать. Нихуя себе. Боеприпасы. Комплект легких боеприпасов. Для канатомета. Я ж купил нитимет. Мне нити нужны. Правильно? Не канаты же. Ой, давай еще посрать. Давайте ты посмотрим, что там. Смотри мне. Давай-ка поаккуратнее с этим нитиметом. Поняла? Я как-то совсем не хочу зацепиться ногой и подорваться на твоей ловушке. Да ну. А так и не скажешь. Молодец. Подъебываю его дальше. Ну, вроде все обсудили. Ладно, увидимся. Я давай. То, зачем пришла. Счастливо. Пора идти к Алибидерчи. Так. Так, электрическая нить. Чтобы взять руки нитимёт, откройте меню оружие, держите тап. А затем выберите боеприпасы с помощью мыши. Хорошо, базару ноль. Допустим. Подожди. Допустим. Ага, вот он нитимёт. Стреляет электричеством. Окей. Хорошо. Так. Ладно. Куда дальше-то? Доберитесь до Северных Врат. А что ж так лагает? Какого хера? Что за дела, блядь? Все, вот теперь все норм. Так, отлично, отлично. Так, особые предметы. А что у меня? Что у меня тут? Смотреть содержимое. Ага. Укрепляющие инструменты. Ага, хорошо. Да. Все, зашибись, шикарно. Шикарно, понимаете? Так, кожа у меня есть, одежда, модификация ресурсов. А вот изготовление, я вот хочу... Ай, одежду не дает, а ты падла. А давайте луку модифицируем. Модифицируем лук. А, что это? Спираль урона. Спираль повреждения брони плюс 10. Спираль удобства. Давай спираль повреждения брони. И спираль урона. Чтоб у нас по максимуму все проходило. Так, да, все, хорошо, хорошо.
Ловушки и зелья. Вместимость. Позволяет увеличить размер сумки. Так, изготовить. Сумка для одежды. О, хорошо, блять. Как хорошо-то идет у нас, ребятки, ребятушки. Подсумок для нитемета. Ёпта. Все, ресурсов нет, я бомж. Колчан. Блять. Для лучника без колчана и жизни не мила. Я вам так говорю. Комплект быстрого перемещения. Припасы для долгих путешествий. Бля, ребят. Ребята. Это же огонь. Огонь. Ладно. Так, нам нужны северные врата. Иху! О! Кастрик. Сейчас засейвимся. Да, спасибо. И тебя тоже. Так. Лук модифицировали. Что-то на нем отражается, отображается, что вот да, он такой модифицированный, заебатый. Только перья, по-моему, добавили, да? Колыбель матери. Возвращаемся обратно. Если коней опять встретим, то все, я говорю, я им лица сломаю. А мы плавать умеем? Нас же не сожрут водоплавающие какие-нибудь. Да, тут же нет таких. Вот. Нажмите Shift, чтобы плыть быстрее. Ладно, хорошо. О! Забыл кое-кого. Бывает, бывает. Блин, мне не нравится то, что он сам перекидывает с плеча на плечо, но... Ладно уж. Так, давай. У нас два дня осталось до турнира, или как это, до испытания взросления, или что-то там такое. Не может быть, что это была всего одна машина. Вон он. Где именно кто? Там, где обид. Где кто? А, во. Во-во-во. Так, ну все, погоди. Вот мы здесь, давай пиздим. Огненные стрелы. Огненные, есть. Да, я сделал. Огненные я есть. За гранью взрыва. Сумку и... собрал. Это и есть та неприятность. Ну, взрывы какие-то скоро хуйня. Сама увидишь, а пока жди. Чё еще я там? Лук улучшил. Темноты? Вообще просто красавчик. Так. Я давай. Сходила к Карсту и купила у него нитемет. Даже страшно представить, какую цену он заломил за такое оружие. Хуйня. Ну, не дешево, но оно того стоит. Возможно, скоро проверишь в деле. Немножко поохотился там на коней, на хуйню всякую. Ладно, давай, я, пожалуй, отдохну. Что делать, надо в принципе? Надо, верно. Да, надо отдохнуть. Этой ночью спать не придется. Так и чё, и отдыхай. А. Типа лечь надо или что? Что надо? Ну давай. Ну допустим, допустим. Вот, все, все, ночь. Ну наконец-то. Открывают врата изгою? Иногда изгнание не отменяет прошлых заслуг. А ты, видимо, какой-то крутой бородач, да? Я ни с кем не говорил. Теперь обоим надо молчать. Мы покинули объятия. Ага. Это настоящие дикие края. Здесь ждут угрозы, каких ты еще не встречала. Вот так туша. О! Что же это за зверь? Его прозвали Белозубом. Это новый зверь. Грозный зверь. Они ого. Объявились 10 лет назад и погубили много воинов. Ужас. Ужас. Страсти какие, мордасти. У него зубья пилы? Что это было сейчас? Какое-то дикое животное пробежало сейчас.
Ну нет, я не про зайца. Еще. Иди по тропе, тут недалеко. Что случилось с этой хижиной? Машина, вот что. Что же офигеть. Это за машина такая? Эту машину ты сейчас выслеживаешь. Ого! Вот как? Он и пилозубов поубивал, что? Охереть. Шары скоря, я заберу детали. Будь осторожна. Да и похуй. А, слышите, что, давайте, ну-ка, посмотрим через эту штуку. Опа, это что такое? Рыскарь. Рыскарят я вижу. Пол мамашки. Трупец челобека. Челобека. Идите последовать. Поинк. Ты шо, блядь? Первый удар. Ну и все, блядь. Вот мы это да, ты глянь-ка на него. Вот это выебоны. Мы охотимся одни. Почему сюда не пришли воины племени? Они здесь уже были. Те туши их рук дело. И завтра они снова выйдут на охоту. Уже незачем будет. Я с этой машиной сама управлюсь. Или погибнешь, если будешь невнимательна. Ой, да не пизди, не въебывайся. Все нормально, я иду по сюжету. Я же, блядь, главный герой. И главное не затупить. Главное не затупить, и все будет нормально. Все будет тип-топ, все будет хорошо, и день будет наш, и каблучки, и макияж. Так, ну-ка. Пилозубы разворотили весь этот дом? Охереть. Сколько их было? Я привел тебя сюда не для вопросов, Элой. А чтоб ты с ним разобралась. Возможно, это какой-то огромный зверь. Ёптя. Да не бойся, хуйня делов. Сейчас мы его отпиздим. У него на брюхе слабенькое место. На пузике у него. Это киса, чита киса, металлическая киса. Все, не бойся, все будет нормально. Да, бывает. Да хуйня. Это ты должна понять сама. Давай, давай. Ты будешь охотиться в одиночку, без меня. Что бы ни случилось, я не вмешаюсь. Поняла? Ты сама по себе. В смысле, что бы ни случилось? Прикрытие будет? Я могу укрыться в зарослях. Посмотрим, где бы мне расставить ловушки. Ты мне подсказываешь? Ты мне подсказываешь? Зачем? Зачем ловушки? Достаточно пузика ему выставить, понимаешь? Пузика, сладенькая. Так, емкость с огнежаром, уязвимость, пилозуб, отобразить путь. Ага, вот ты как ходишь. Ну, в принципе, лайтовенько. Сейчас, короче, ловушки. Как мне ловушки ставить? Мне в него надо стрелять или что? Ну, сейчас он отойдет, я выстрелю. Посмотрим, что будет вообще, как это ставится. Вот, еще бы желательно, конечно, хотелось бы. Опа, опа, опа. Что происходит? Что происходит? Что кого? Что за звуки такие странные, непонятные звуки? О. А как за? Бля, бля, бля. Тише, блядь. Как тебя закрепить? Все, ебать, пизда, я тебе говорю. А ну-ка. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Меняй нахуй на лук. Давай, короче. У него слабость к огню. Будем его жарить сейчас. Ну давай. Ну же. Давай.
Опа-на. Неплохо для начала. Оп-оп-оп, иди-ка ты нахуй. Иди нахуй, говорит. Нахуй иди, говорит. Пошел в пизду. Да-да-да, иди на ловушку, иди на ловушку. Я думала, что это никогда не кончится. Давайте сейчас пузо ебучее. Оооо. Фу-ху-ху. Вообще изи, блядь. Как маленького щеночка просто. Сердце забирай. В смысле? Сумка для ресурсов забита, ты охуел? Погоди. Сейчас, хорошо. Изготовление. А, вместимость. А, где сумка для ресурсов? Какого хуя? Древесина мне нужна. Древесина. Деревья. Палки. Так. Так, так, так. Нет, погоди. Погоди. Нужно его сердце извлечь. Извлечь его сердечко нужно. Где-то я же видел деревья. Вообще дохуя было. Нормально так деревья. Во, во, вот они, вот они. Целых два дерева и огонь. Так, вот все. По идее, нам этого должно хватить. Изготовление. Вместимость. Вот, все, подсумка для ресурсов. Все, отлично. Все, ресурсов будет больше. Понтов тоже. Ловушки. Мощные ловушки, с помощью которых можно устроить засады. Электрическая ловушка. Вот, электрическую. Все, электрическую мы сделали. Все, жизнь-то налаживается. Налаживается. Так. Все, забираем у него сердце и не уебываемся. Отлично. Отлично. Зачем я тебя привел? Болты и гайки. Не для вопросов. Элой. Для того, чтобы испытать меня. Это проверка. Смогу ли я одолеть грозную новую машину? Ну. Нет. Пойдем. А, не та? Не тот зверь? Есть еще? А что случилось? Это охотничьи земли. Их надо защищать. Если бы ты не убила Пилозуба, скольких воинов он бы ранил или погубил? Твой урок — ответ на этот вопрос. Ты долгие годы училась охоте, но лишь ради себя. Став да. воином, ты должна будешь сражаться за свое племя. Мое племя? Ты сказал, без них обойдусь. Но не говорил, что они без тебя обойдутся. Но... Истинной силой обладает тот, кто готов сражаться за что-то. Кто готов служить великой цели. Вот что ты должна усвоить. Помни. Ебать! Слова-то какие завернул. Когда меня не будет рядом. Пахнет коммунизмом. Минутка коммунизма. Один за всех. Мы закончили. Пойдем. И все за одного. Ну и чё, и когда у нас день испытания? Расцвело. Ну? Сегодня твой последний день в качестве изгоя. У тебя есть время, чтобы подготовиться к испытаниям. Когда отправишься в сердце матери, я буду ждать тебя на тропе. Угу. Хорошо, я давай. Я усвоила последний урок. Да? Да. Но чтобы сражаться за что-то, в это надо верить всем сердцем. Надеюсь, ты найдешь. Во что верить? А то, ёпта. Все. Давай. Я пойду с тобой к хижине. Я сейчас иду не туда. Другие дела. Да? А ты какой? Какие? Когда придет время, я буду ждать. Тогда ладно, хорошо, там. Хорошо. Увидишь. Базару ноль. Пошли к сердцу матери, да.
Блин, ну игрушки интересные. Мне так нравится. Так. Все. Засейвились. А мы у дома, что ли? Нет, мы не у дома. Мы не у дома. Коробка с щедрой наградой. Хорошо. Так, ну да, мы в сердце матери, все. Пилозуба мы убили. Вот. Абсолютно ни о чем не жалею, так сказать. Убили и ладно. Был красивый котик. И когда можно будет их приручать, обязательно. Обязательно. Первый в моем списке будет. Тот самый пилозуб. Вот. Ага. Ай. Не хочу я с вами пока сражаться, что-то. Мне нахуй не нужны пока что. Пока что вы мне не нужны. Вообще, от слова совсем. Пройду мимо, и будет все хорошо, будет все шикарно. Сумку я улучшил, колчан улучшил, отлично. Ну, вроде бы, чисто визуально, внешне, вроде бы что-то улучшилось, да? Но хотелось бы, конечно, чтобы оно было более заметно. Ну, типа не в плане того, что ебать там... Сумка для ресурсов, ебать, рюкзак просто охуенный такой, огромный. Я, конечно, обожаю, блядь, носиться, но не настолько. О, ну наконец-то. В смысле, а чё мы не вместе пошли? Чё за выебоны? Ты готова? Да, давай. Да, вроде. Всё громче, чем я ожидала. Ты ещё не была так близко. Вблизи всё кажется больше. Скоро всё станет привычным. Как дома? Ну, не знаю. Высший матриарх Тирса поможет. Еще вопросы? Давай дальше. Я готова. Теперь увидимся дома? Меня там не будет, Элой. Ну-ка. Вот. Схуяли, башня завалилась. Вот, возьми. На память. В смысле не будет? Ты как будто решил попрощаться навсегда. Нет. Нет. Твое место среди них. А я всегда буду изгоем. Но я же сказала, я все продумала. Я буду приходить тайком. Это но я ё... буду нарушать закон, не ты. Ты говорить со мной не будешь. Это привязанность ко мне обуза для тебя. Ох, ёптя, ну началось. Чтобы ты стала частью племени. Ну началось. Больше не должна жить одна, Элой. Я была не одна. Ради тебя я ухожу туда, где ты меня не найдешь. Да. Мы прощаемся. Да ёптя, ну что ты, как, блять, я тебя найду. Нет. Я умею читать следы. Куда бы ты ни пошел, я тебя найду. Не в этот раз. И в этот. И в этот, и в следующий. И в любой другой. Ты его еще увидишь. Храни тебя, великая мать, Элой. И тебя. Ну ёбин-бобин. Ушли уже быстрее. Я все понимаю, у вас тут сиськи-масяськи, но... Ничего, еще сведетесь. Еще все будет заебись. Сейчас надо его отпустить. Да, пока сейчас отпустим. Пока. Все правильно. Пока. Пока. Сначала инициация. А потом я пойду по его следу. Это будет путешествие. Поворачивай назад. Или сдохни. О! Выбирай. А ну-ка. Расступитесь в сторону. Воины, расступитесь, пропустите ее. Так. Сердце матери открыто тебе, дитя мое. Пойдем.
Большинство Нора не так грубы, как эти дурни. Вы Тирса? А кто же еще? Идем со мной. Я ждала этого дня очень долго, Элой. Правда? О, да. Но я должна ненадолго тебя покинуть. Нужно позаботиться и о других чужаках. О других? Посланники из другого племени. Карха. Пришли посмотреть инициацию, а Нора не любит Карха. Карха? Но это моя проблема. Мы с тобой еще поговорим. А пока наслаждайся праздником. О, впереди тебя поджидает старый друг. Ему не терпится тебя увидеть. Но я тут никого не знаю. Это ты ему скажи. Мы еще поговорим. Да хранит тебя богиня. Что происходит? Да, тебя тут ждали. Походу, это теперь твое племя новое. Держу тебя в курсе. Ну что, поставим ловушки, завалим пару человек. Слушайте, я не помню, как лечиться. А, все, да, подлечился. Вспомнил резко и неожиданно. Тан-таран-тарин-та-тан. Ладно. Че тут? О. Вот это жизнь. Нихера себе. Ого. Пышет, как лесной пожар. Да. Элой. Ох ты. Это ведь ты? Я ведь Элой, да? Я верно запомнил твое имя? Да. Ты старый друг, про которого мне говорила Тирса? Мы не знакомы. Ну да. Вижу, ты меня не узнаешь. Что ж, это было давно. Я Теп. Ты спасла меня от стада машин, когда была вдвое меньше меня. Я помню. Ты сказал спасибо. Я не забыл тебя. Надеялся вновь тебя увидеть. Вдруг придешь на инициацию. Как видишь, охотника из меня не вышло. Я в племени работаю швецом. Делаю одежду и доспехи. О, знаешь, мы с тобой прям задружимся. Тебя. Вдруг понравится. Сколько ты хочешь? Сколько? Ничего. Считай это благодарность за твой подвиг. Запоздалая. Давай. А, блядь. Воин Нора. Я могу прям выбрать, да? Бесшумный охотник Нора средний. Создать занятие? Ух ты какой, блядь. Чё ж так дорого-то, сука, блядь, нахуй. Знахарь Нора. Эти доспехи прошли проверку на прочь. В суровых условиях священной земли. И выстоят под напором любых стихий. Незаметность. Шито Тебом. Ну давай, 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 да. Экипировать. Хорошо, хорошо. Ладно, нет, я думаю, наверное, вот этот воин Нора, его можно будет потом... Скажите, я скажу, его, скорее всего, можно будет потом улучшить. О, ух ты! Прекрасно сидит. Спасибо, Теп. У меня никогда такого не было. Ну, а теперь есть. Этот костюм защитит тебя лучше, чем твой прежний. У всякой одежды свои преимущества. Так что приходится выбирать. Ладно, не буду тебя задерживать. Иди тогда к дому матриархов, если тебе нужна Тирса. Дом ты сразу узнаешь. Большой такой, деревянный. Ты чё такой нервный? Толпа. Тирса говорила, чё нервный такой? Посланников из другого племени. Да. Это всех и взбесило. Карха вступили на нашу священную землю впервые за годы. Будут швыряться помидорами, а то и камнями. Надеюсь, что не копьями. Ну, в общем, будь готова. Так. О, блин, слушайте, а шмотки-то у нее, ну, нормально. Спасибо, Теп, красавчик. Буду к тебе заходить, шмотки покупать. Красивые, сука. Ух. О! Сегодня выпуск чуть-чуть побольше. Подольше. Любопытно. Да, хорошо. Мне нравится.
Так, ладно, чё, побежали. Нехуй тут делать. Яг, слезай оттуда. Мало того, что напился, теперь еще и по домам лазаешь. А что? Нельзя уже чужую крышу залезть. Вы будете повторять мои слова, когда... Алкоголики, это дело такое. Так, это что такое? Ящик, ящик со скулками, заебись. Ага. Опа. Здорово. Карст, что ты тут делаешь? Тихо. Мы с тобой не знакомы. Нельзя торговать с изгоями. Ты часом не забыла? Как я могла? И как мило, что ты со мной говоришь. Ну, не надо так. Ты же знаешь, я буду завтра за тебя болеть и полюбуюсь на их рожи. Хорошо. Ну, давай, Алибидерчи, блядь. Он меня немножечко раздражает, я не хочу с ним пиздеть. Я хочу идти дальше по поезду. Скоро мы благословим инициацию. Но прежде воздадим честь гостям. Уже 2 года держится мир между нами и Канха. Пришла пора наладить торговлю с Меридианом. Эти посланники прибыли к нам для укрепления мира. Мир? Какой мир? Выражение благодарности написано рукой короля солнца Авбада. Убийцы и живодеры! Его светозарность... Не кидайтесь вы! Люди Нора, подождите! Я Азирам, не Карх, так что скажу прямо. Прежний король солнца был редко мерзой. Правда? Этот изверг угонял людей из моего племени так же, как из вашего. Мою родную сестру угнали. Я ненавидел Карха. Но 13-й король убит. Уж 2 года как. Кто его убил? 14-й. Да. Да. И не потому, что рвался к власти, а потому, что кто-то должен был положить конец этим злодействам. Да! Послание, которое привез бедный жрец, это извинение. Из уст 14-го короля. Пожалуйста. Ну дайте ему сказать. Ну вы гондольер. Выражение благодарности, написанное рукой короля солнца Аввада, его светозарности 14-го монарха. Чё? Чё за дела? Неизвестное устройство? Это что такое? Или другой персонаж, включённый к защищённой сети? Такой же, как у меня. Ух ты! Я встречаю кого-то, у кого есть визор. Где ты его взял? Ух ты! Откуда? У тебя это устройство. Это невозможно. Ваше племя боится древних руин. До смерти. С чего ты взял, что я боюсь? Ну, видимо, нет. Раз шаришься в руинах Железного мира. Что с тобой? Извини. Его сбоит, походу. Просто сбой. Олин, уже с местными знакомишься? Я сейчас приду. Стой! Нет, все потом. Идти надо. Оу, похмелье у него сильнее, чем я думал. А ты мне не нравишься, бородатый козёл. Эй, у тебя такая же побрякушка, как у Олина. С каких пор они вошли в моду? Его зовут Олин? Кто он? И где он взял такую штуку? Да он обычный собиратель. Просто со связями. Ищет артефакты, а потом пропивает их. Или проигрывает. А побрякушка? Ну, откопал ее где-то. А потом нацепил это старье на голову. Не обижайся, тебе она идет. Да, ну ладно, давай. Я первый раз вижу такие доспехи. Ты не видела броню авангарда? Сейчас познакомлю. Кольцевые замки, ударопрочные, настолько, что пилозуб подавится. Авангард — это лучшие воины короля солнца. Мы все душегубы и победители машин. Даже воительницу племени Нора можем завалить, если что. Да. С таким грузом железа на плечах? Вряд ли. Да, как сказать.
На мой взгляд, пикапер, мы с тобой друг друга стоим. Пикапер, блядь. До свидания. Иди нахуй. Да. Слушай, может, мне не стоит это говорить, но я вижу, тебе не место в этом захолустье. Ты же умная. Ты хороший боец. Ну и вообще, посмотри на себя. А ты о чем вообще? Ты знаешь о чем. Будешь в Меридиане, разыщи меня. Все расскажу, представлю кому надо. Сможешь начать новую жизнь. Ты мне не нравишься. Даже с сестрой тебя познакомлю. У нее связей больше, чем у меня. Ты же сказал, безумный король ее забрал и убил. Ха! Забрал? Да. Убил? Нет. Мою Эрзу так просто не прирежешь. Она сбежала и теперь командует авангардом. Это целая история. Может, расскажу как-нибудь за стаканчиком. В общем, мне тоже пора на благословение. Ну, еще увидимся, да? Фу, иди нахуй. И молоток свой забери. И вообще, доспехи тоже... Ой, блядь. Стрёмный какой пикапер. Я ебу, Алибабу. А как мне туда к тебе попасть? Ебатый кошка картошка. Да. Ну я так понял. Сейчас движуха начнется, поэтому что хочу вам сказать, дорогие друзья, на этом видео заканчивается. Ставьте ваши лайки, жмакайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал. С вами был канал Хамбогейм. До новых встреч.